тусовку, пожалуйста. Привет. Ты, Мачек, ты слышишь? Он в тусовке, но у меня с ним надо. Попроси его перезайти. Главное, фаль может цепляться, в принципе, я уже тут прошел маленько. Открываю уже. Мосрус 89, перки, да, разные у всех, ну, как у любого легендарного оружия. Под это рандомно. А та, которая продается у Вангарда и Дорбита, там одинаковые перки всегда. А та, которая может выпасть из пакета, это рандом. Паблик стоит. А вы через тусовку, да, пробуете? Сейчас. Давай таким. Спрячусь тут. Сейчас, секунду. Так, все, я здесь. Извиняюсь, звонок был. Подключились, да?
Я Стасу, по-моему, отправил инвайт на друзья. Так что матча туда пробуй, да, через Стаса подконнектиться. Когда гонки будут, ребят, пока информации никакой нет. Мы сразу скажем, если что появится. Но сейчас, раз идет подготовка к апрельскому обновлению, я думаю, что спустя там месяца два после того, как это обновление там пройдут, 90% игроков, они нас снова будут развлекать ивентами. И гонки опять будут. Так что ждем. Да, модификатор без радара. Из баннер Музро спрашивает. Музро, у нас на канале есть видео, как раз когда мы его делали, мы нас нам говорили, что типа зачем объяснять кому-то, что такое Iron Banner, потому что режим существует в составе игры. У нас вопросы есть, мы сделали, посмотри, ссылка под стримом. Блин, без радара так неудобно вообще, как это. Да, как хотел. Где друзья, где враги вообще?
вроде да. Один раз планирую с Нейфл выходить? Нет, я трижды буду тремя персонажами сейчас играть. Да-да, тут вот на камне можно спрятаться нормально. С него да, да. Ага. Ну, я не веду, наверное, что-то. Ушел. Так, какая сенса? На девятке я сейчас играю. Вопросик, что же лучше, 1000 ярдов или шпиндер? Разумеется, в режиме ПВЕ. Понятно, что шпиндер мощнее, плюс возвращаются патроны. Но их всего 3, да и перезарядка не быстрая. Просто есть и то, и не определяет для себя, что пока лучше. Я шпиндер использую только вот на тех моб... ну, на боссах, на рейде и так далее. А так, неважно, ПВЕ, ПВП, всегда с 1000 верт. У меня есть ПВЕшная с Firefly'ем и с перками на возврат патронов. С ПВПшная, с Snapshot'ом и с Hidden Hand'ом. Так что...
Guardian down. А там Darkness вроде нет, он встанет. Ну тут приседаешь на другой край лампы, достают ни ракеты, ни мобы. Так, прямо подо мной, судя по всему, да? Да. Down.
Got him. I'll let Commander Zavala know there's one less problem on Mars. Valas T'ark has finally been defeated, and the Cabal command dealt a great blow. But in the darkness rising, more fleets will come, and new leaders will rise. После четвертого прыжка, да, сюда запрыгнуть тоже можно, просто я поспешил, в общем, первый раз вложился, второй раз не стал рисковать. Что, другими персонажами пойдете? Про Хирафтор спрашивают. Видели, что выпал Хирафтор. Ты играл с ним? Ага. Да, мне тоже он не очень зашел, да. Так что, если у вас нет ничего лучше, играйте. Если есть только 1000 ярдов, она в любом случае будет лучше. Не стоит на того, чтобы экзот-слот им занимать. Так, все, я на орбите. Сейчас я пушки перекину. Да, звук очень крутой. У Хирафтера это единственное его достоинство. Звук выстрелов у него действительно клевый. Да, да. Угу. Ну, необычно, да, так. Угу. Ну да. Не, я не слышал. Таком. NL Shadow 701X второго года, как тебе? NL Shadow, это что? Я не помню такого. Снайпа, по-моему, вроде, если не ошибаюсь. Whether we wanted it or not, we stepped into a war with the Cabal on Mars. So let's get to taking out their command, one by one. Valas T'Ark. Модификаторы какие? Модификаторы на праймере, увеличенный урон, без радара и дополнительный щит на мобах. Самое важное. Можно с разных... Человек пишет, что можно с разных персонажей лут перекидывать? Да, можно. Через несколько различных приложений для iOS, Android, для Windows Phone и так далее. У нас на канале, опять же, есть видео по лучшим таким приложениям-компаньонам. Можешь посмотреть. Да, явно исхвали уже.
Играть в релизы человек, и только сейчас узнал, что можно вещи перекидывать. Ну вот так вот. Век живи, век учись. Ребят, вас не слышат. В тусовке, в настройке тусовки. Разрешите свой голос. Это настройки тусовки. Разрешить использование голоса при показе всегда разрешать. Это люди в чате пишут, что я разговариваю с пустотой. Не знаю, люди начинают переживать за мое психическое здоровье, видимо. Вам бросаться.
что за модификаторы? Только что рассказывал на праймере дополнительный урон. Без радара и дополнительные щиты на лобах. И сами дополнительные. Не важно. Со зрителями Василий, спланируете ходить? Нет, мы не планируем. Я иногда хожу со Стасом Айолрисом, это Guardian FM. Вчера вот ходили с подписчиками, играли, и все выходные, в принципе, играли. Жень, мы на вас не будем пороть, кстати. Со Стасом? Да. Чё, как мы? Ну, с Стасом проиграли, мягко говоря. А. Ну, сорян. Ладно. На этой неделе, да? Да. Было, по-моему, вчера или... Не, позавчера. Но было весело. Excalibur пишет, сделали мне флоурис, вот видимо мы с ним как раз играли тоже. Кому-то да, кому-то мы, у нас получается 9-0 сделать, кому-то не получается. Черные шары это порталы, из них мобы появляются. Можете с собой в Nightfall взять, у нас пока мест нет. Так что. Как быстрее поднять левел? ПВП. ПВП и левел, и прокачка запаса быстрее проходит. Ну да. Который на праймере J-Track зайдет. Зайдет, конечно. Не самое ПВЕшное оружие на самом деле, но
Многие ходят. Многие ходят, да, на самом деле, да. Ну, по мейджерам, по желтым этим противникам, да, нормально с него. Блять. Этим бафом. Урон. Представляете, нравится. Да, мне постоянно доказывают, что, блин, у варлоков вообще самые лучшие прыжки и все такое. Многие говорят, что лучше всего, что ли, на это прыжки. Я не знаю, как там вообще. Да кто к чему привык, это просто уже привычка. Я за варлок вообще чувствую, блин, беспомощный. Данный прыжок. Они такие медленные, еще пока летишь, по тебе дамага напихают, сколько... захотел еще. Ну да. Ну блин, для этого, наверное, уже будет волчий. Ну да. Я бы блин кис. Каким образом поднять лайта до 300 хотя бы? Можно ли Nightfall соло пройти? Если да, то каким образом? Пройти можно, просто очень осторожно. Где лайта поднять? Страйки и Court of Oryx. Я на Court of Oryx поднял себе очень быстро, когда с таким кинг вышел. Так, понятно. Какая тут хэвики перекидывал. Где жердей-то? Лепо вышло. Ну да, вот мы входа стояли, смотрим. А, вон еще. Вообще сюда забирать, собраться. Сейчас покажу, когда убьем его. Сейчас туда я уже обратно не полезу. Сюда идешь. Во, отлично, убийц очень вовремя. Я не ушел.
We got him. I'll let commanders of Allah know. Вот отсюда сразу прыгивай. Volus to Ark has finally been defeated and the Cabal command dealt a great blow. But in the darkness rising, more fleets will come and new leaders will rise. We must be ready to face them all. Ага. Вот, ну Хантом без третьего прыжка иногда не получается, но... Это так. Делаю уже сноровки. Интересно. Кстати, вот. Достаточно хорошая пульса. У меня есть она с фулл-авто. Она хорошая, тоже да. С фулл-авто есть, да, так что. Такое, в общем. На рейд реально с 307 лет идти? Конечно, реально. На нормал более чем. На хард. На хард тоже, да. Если нормальная команда, то без проблем. Вообще, да. А ты пока там дойдешь, допустим, до варприста, тебе уже может упасть, например, гост там какой-нибудь или что-нибудь такое. Просто перс меняем, да? Да. Ты же еще пойдешь. Угу. Так. Сейчас сразу в разбор. А то у меня все только от нормала одетые. Я, по-моему, в хард, когда пошел, у меня было еще меньше, что-то 305, наверное, может быть, 303. К тому времени, пока ты доходишь до Орикса, у тебя все равно же шмот падает, и нормально. Я на хард с 300 лайтами тут протягивали. Команда хорошая подалась. Ну да, от команды, конечно, зависит, когда все знают, что делать. Сейчас что, 3 титана будет? Whether we wanted it or not, we've stepped into a war with a cabal on Mars. So let's get to taking out their command, one by one. Valus Ta'arik. From what I can gather, he commands the siege dancers from an Imperial land tank outside of Rubicon. He's well protected. But with the right team... Есть ли разница в луте между обычным и хардкор-страйком? Есть разница. Там, когда наводишь, если ты выбираешь из плейлистов, он показывает, бери какой дроп. Что тебе может упасть? Let's find access to their system. See if we can track down. Ваканака и Максим Шарп, спасибо за подписку. Много людей новых вижу в чате на стриме. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Частенько играем с подписчиками. Просто играем. Так далее. Жалуются, что не могут найти компанию для Nightfall, для Сириса. У нас под стримом, я добавил ссылку, у нас вторая группа для поиска как раз напарников. Там чуть меньше 1000 человек, но мы ее поддерживаем в порядке. Там
Разработали такую простенькую систему хэштегов. Заходите, если вам нужен Nightfall, нажимаете на кнопку Nightfall, вам показывают людей всех, которые в ближайшее время искали напарников для Nightfall, например. Пока эту систему обкатываем, но надеюсь, что она скоро придет в такой вид благородный. А, ты вот в первом году забивал Осирис? Да, конечно. А были стримы по этому? Ну, как вы выпивали тогда? Стримы были, да. Парочка была, потому что мы начали вот вообще этим всем заниматься где-то за месяц, ровно за месяц до выхода из Tekken King. Стримы были, но записи стримов, по-моему, уже не сохранились. Ну ладно. О чем? Да, просто интересуюсь. Так, Bold Flames и Senpai, спасибо тоже за подписку. Так, что мы там? Гостя не активировал я, что ли? Стас, активируешь там гостя? То я что-то побежал. Да. Where's Ghost? Не до конца понимаю. Сейчас. А, все, активировалось, все. Видимо, ждали, когда вы подключитесь. Так, Bold Flames, Ваня, поведай нам о мыслях и грядущих обновлениях. Опять же, в принципе, все, что известно, мы назвали в видео по обновлению, там, то, что банжи выкатили. Что там у нас будет подъем лайта, что будет новый смод, так далее. Пока вообще никакой информации о том, что это будет за обновление, там, в плане сюжетной составляющей нет. Вот завтра будет первый стрим Bungie на эту тему. Они как раз расскажут, это будет вводный такой курс, они расскажут о том, что это, собственно, за DLC, об основных механиках, я так понимаю. Явно там будет что-то с ареной, потому что, ну, вы видели эти скриншоты, где гардианы в ареновском гире стоят на рифе в обличии трикинов. Там, по-моему, все очевидно. Вот, и сегодня появилась информация, что в этом DLC не будет обновления старых рейдов. То есть World of Glass, Крота, они все так же остаются пока не актуальными. Но если они обновлят действительно арену, то я думаю, к следующему аддону или DLC они как раз занимаются обновлением и старых рейдов. Потому что у них сейчас основные силы направлены на разработку Destiny 2. И было бы разумно не делать с нуля новый контент для старой игры, грубо говоря, а чуть-чуть апгрейдить и возвращать в актуальную линейку старые рейды. Вот, касательно завтрашнего стрима Bungie, у нас на канале будет рестрим. Мы будем это все на русский язык переводить, обсуждать с вами, обсуждать с чатом, между собой ругаться, спорить, хвалить Bungie, ругать Bungie и все такое. Так что обязательно приходите, это, если я не ошибаюсь, будет в 10 часов по Москве. Точное время у нас в группе будет написано. Вот. Стрим проводим совместно с Guardian FM, так что там мнений будет много. Стараемся сделать все интересно. Что выпало со второй попытки? Мне выпало Хуксол, который я тут же разобрал. Ребятам тоже фиолет выпал. Ну, за первый заход два экзота выпало нормально. Было на редкое явление, иметь его в последнее время. Ох! Где
9, вот меня поправляют. Наверное, в 9, да. Я помню, что где-то ближе к 10. 9-10. Сейчас я уточню, ребят. Да, 9 по Москве. Правильно. Так что, мы стартуем там в это же время, там, может, чутка заранее. Чтобы все успели собраться. Я всех собрал, да. Не, я не собирал. Так, кто там барышки собрал? Для себя в основном это. А. Ну, я только так парочку. Я собирал гостов, когда до выхода The Taken King где-то месяца полтора, наверное, делать нечего было вообще. Я только думаю, блин, сейчас я соберу гостов хотя бы. Я собирал определенный ходик до того, как вообще себя так не выходил, наверное, с папой. Я был, давали какой-то год, так, ну, я не понял, что это. Думал, этот красный гост дается за то, что ты всех гостов собираешь. И вот поэтому я ходил, собирал всех этих гостов. Глупая теория, конечно, но... Ты сам так, такие выводы сделал, или тебя кто-то обманул просто? Сам? Не знаю зачем, но тоже обидели. Не, в первом году очень много всяких баек было, всяких догадок по игре, что только не придумали люди там. Блин, сундуки на World of Glass легендарные там. Не открывай сундук, а то со второго сундука экзот не выпадет, блин. Были какие-то просто совершенно сумасшедшие, чтобы там выпал экзот, надо поклониться перед сундуком, там что-то, блин, сделать. Просто... дичь. И банжи еще троллили, что типа все же искали этот секретный сундук дополнительный на World of Glass. И, типа непонятно с чего вообще все решили, что он там есть, а банжи такие, ну может он там есть, может нет, мы не знаем. Все такие, блин, они не отрицают, значит он там есть, надо искать. Некоторые все еще ищут. У меня есть приятель, который до сих пор не выбил Векс. Вот, и он каждую неделю ходит. Он не каждую неделю ходит в этот в King's Fall, но каждую неделю ходит в World of Glass, чтобы ему выпал Векс. И как бы вот. Ему не падает Векс просто вообще. Еще не полутора. А вот у меня видно, как было, у меня выпал Векс, потом его померкли такси. А потом ну, как еще обычно, этот конфликт да. Вышел. Да, да. В общем, такую вот какашечку первый. Я вот как раз первая серия закрывал с Векса в первом году. То есть он был прям вообще пушечный. Я, насколько я помню, у меня мун был. И он тогда, вот раньше он разрывал все и все. Да, хопнул. Причем, что самое интересное, он был не с самой первой арены, которая появилась. Прям с самого первого сундука. Да, да, мне тоже с арены он падал. За первое прохождение там гарантированный экзот, мне на двух персах выпал Хопман. Даже так? Да. Ну как бы у меня уже был к тому времени, но... я пошел. Мне очень приятно. Печеньки просят меня съесть. Я не могу печеньки съесть, я их все на Асфирисе потратил. Не успел купить много. Что-то у меня было что-то 30, наверное, за Асфирис. За Асфирис упало что-то экзота 4, по-моему, всего. Хотя я потом могу показать свой волк, когда дефолт пойдем.
Мне, в принципе, инграммы складывать некуда уже. Я вчера читал, у меня было 91, что ли, инграмма. Играл в World. Вот, да. Люди обычно, когда это видят на стриме, такие, типа, откуда столько инграмм, как бы, знаешь, я их за один день пошел такой, нафармил. Да. И типа, где инграмм на стриме? На отключение, вот. Ну да. Экскалибур, на прошлой неделе купил Ксура Легаси Инграмма на праймере в надежде вытащить Торн, и знаете что? Выпал Торн. Это очень редкое везение, когда выпадает то, что ты хочешь. Ну если выпал Торн с чертежа? Обидно вообще. Ну да, в первом году нужно было проходить целый квест. Да. Я помню, что там вот этот этап, когда нужно в PvP убивать свой урона в праймере, там оружие было только этот самый World of Crota, пистолет войдовый с кротой, блин. Ну, Атлон, да. Да-да-да. Но у меня Атлона не было, а этот пистолет был, и я вообще прям плевался от него, у меня такая отдача, там прям гауна, все забирало. Из фьюжинки, да, 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 да. То есть такой пошел выполнять квест на Торн. В первом свой, значит, World of Crota, сумасшедшая отдача, во втором фьюжинка с еще больше сумасшедшая отдача. И в третьем слоте ракетница, да, 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 какая-нибудь. Самое забавное, что мне этот Торн особо-то не нужен был, я не люблю с револьверами играть. Как бы, каким бы он имбовым тогда не был, но мне что он не нравится, потому что у меня был мессенджер. Как бы, когда есть мессенджер, вообще горе не знаешь. Это как сейчас доктрина. Одного моба мелкого не убивайте, что ли? Чтоб он пока выходить не начал. Давай, Титан, ты сможешь? Ты сможешь? Нет! Ай, Титан не смог. Ай, там кто-то, там много. Их там наплодилось. Они наплодились, да, надо их это. Как кролики. Так, по-моему, все худили. Да, у меня что-то поднимешь сейчас?
вещи. Стрелять по нему так, чтобы не было оружия, он падает не будет. Зато он отсюда как пузырик выглядит. Alla commanders of Alano, there's one less problem on Mars. Volus to Ark has finally been defeated. Command dealt a great blow. But in the darkness rising, more fleets will come, and new leaders will rise. We must be ready to face them all. Ну блин, серьезно, да? Гудок? Блин. Гудок. Блин. 12 трех коинс. Трех коинс хотя бы полезная, да. Блин, гудок. Даже не эмоция. На прошлой неделе мопед упал. Угу. Самые нужные вещи. Ну блин, зато чутка денежек подкопил. Хотя это, наверное, звучало сейчас как по-еврейски. Так. Но да пофиг. Байк Хорн выпал. Я не знаю, зачем эти гудки. Они гудят и смысл. Даже бывает забыла. Пошли, какой он убогий. Да. Так, Дейлик, пойдете? Да. Погнали, Дейлик. Банжевет у них система. Их сайт. Mm? У них сайт Банжи. Да, Банжевет. Лазарев. Лазарев, Юди. Спасибо за подписку. Кто еще не подписался, делайте как Лазарев. Он молодец, он подписался. Стрим закончился? Нет, стрим не закончился. Мы сейчас дейли миссии пройдем. Пройдем дейли ПВП. И тогда, наверное, будем уже заканчивать. Welcome back to the Cosmodrome. We have tracking on that knight, quicker named Sugod. Okay, get after him, Guardian. Kate, knight is down. I'm detecting a surge of power in response. Нет, похоже, нет, не застыл с драйвом. Это когда, короче, в конце там капитаны. You know what to do, Guardian? Пробовал, кстати, вот до дополнения, как они вот говорили, типа, будет дополнение банжи.
патрулу заходить багом и не страшно пройти в локации? Пробовал один раз этот... А, нет, пробовал, короче, на Венере, который лифт, потом появился в House of Fools. И пробовал вот это, короче, через текстуры пролазили, когда на Омнигол. На Омнигол я не пробовал, я вот сюда только пролазил. Сюда, да, тоже знаю, да. Да, здесь тоже знаю. Там вообще. Через мотайку можно было, она в стене застревала. Угу. Вот. Там за карту проходишь. Есть здесь гост где-то. Не помню где. Да, гост вот. Здесь есть. А, вор. Вот здесь вот. Здесь вот. Вот в этом углу, по-моему. Да-да-да, где-то здесь. Если надо. Берет назад сразу, все сразу, на всех. Да, это же как бы не игровой предмет. Ну, экзотик, на тебя внимание, я обращаю, я все комментарии читаю. Просто... Ну что, я не обратил? Да. Ну что, ты там общаешься про Last War. Отвечаешь людям на вопросы. Ты молодец. Нужна ли подписка PS Plus, чтобы выходить в рейды? Да, рейды, Nightfall или любой, любая активность. Вообще любой активность. Да. Я на прошлой неделе также вот во вторник у меня ресет был. Я сажусь, значит, стримить, включаю консоль, выхожу в Destiny, выбираю Nightfall, он мне такой, нет. Закончилась подписка, я такой, бля, окей. А, там где-то был вопрос, трудно ли играть в Destiny с базовыми знаниями английского языка? Нет. Ты же... Наверняка же Destiny не первая твоя игра, как бы. А, знания. Да, тут как бы нет каких-то сложных терминов. А если и есть, то переводчики, no people like, там вот это вот все, то есть. У меня проблемы, когда я начинал играть в Destiny, не возникало. Ой, память чисто. Бар. Была одна проблема, когда еще вот он, Dark Below, надо было уже дополнить. А, урны, да. Было бы еще их ради чего заполнять там эти перчатки. Николарарин, спасибо за подписку. А? Нет, там перчатки давали же этот Эрис. Легендарные перчатки. За урну как раз. А то что Мурмур давали? Фьюжн, который с Аркасом и Стоя. Мурмур, по-моему, давали там просто за квест. Ладно. Кстати, тоже босс есть наверху. An echo, huh? In our own
and that Korra's too distracted, but the Vanguard wouldn't be what it is today without you. That's... anyway, thank you for that. На плойке две учетки, моя и брата. У брата есть подписка, а у меня нет, но я играл в PvP и страйки. Да, если есть учетка на консоли с активной подпиской PS Plus, то остальные учетки, которые на ней будут активированы как не основные, они могут пользоваться ей. На самом деле это выручает некоторые люди. Так, блин, Рамбл, нас не пустят в трейлер PvP, короче, всех вместе. Всех вместе не пустят? Да, можем в дикий клан PvP пойти. Это вообще не сила его сейчас будет. Попробуем. Когда вышел The Taken King? 15 сентября он вышел. Ну-ка, на скольки у меня лайт упал? 278. Одна пушка всего лишь. Мейхем. Блин, а чё я Мейхем-то, наверное, надо мне перезайти. Ну ладно. Вайпа, вы не думали сделать видео по всем перкам, что есть на оружии и броне, для тех, кто не совсем понимает, что они дают? Перков в игре больше сотни. Их очень много. И перевод в виде видеоролика — это не совсем хорошая идея. Потому что это неудобно будет. У нас есть обзоры на отдельное оружие, где там, ну, экзоты, некоторые легендарки, где мы переводим каждый перк, но делать это для каждого перка в игре — это как бы немножко too much. Он мой экзотик пишет, что у него закончилась подписка на PS4, а он достал свой PS3 и теперь зовет всех играть на PS3. Нормальная идея, да? Кстати, да, на самом-то деле. У меня тройка тоже стоит рядышком. Mayhem Clash. Alpha Team. Из Excalibur. Кстати, почти все, что я знаю о Destiny, я знаю из видео Triple White. Спасибо, парни, нормально делать. Спасибо вам. Стараемся. Там так много. Да. Ура. Я вышел, просто успел гранату отпустить. Нужно оружие поменять срочно. Так, срочно мне эвакуатор подвезите. Какая-то перекидывал. Ammo on the way. Double kill. Boom. Double kill.
Heavy ammo available. Красный режим, по-моему. Угу. Ну, ап не лучше. О, я в PvP с симулянтом пошел. Вот это я молодец. Взял хэвики такой, достает симулянт. Окей. Если я кого-то с него убью, они будут очень... Перекинуть срочно нормальное оружие. 5 минут remaining. Молотки со всех сторон летят. Да. А кто вообще? А? Не, ну, иди тут, блоко, помогай. Взрывается. Да блин, кругом просто звук активирующихся молотков. Дынь-дынь-дынь со всех сторон. Да. И я еще причем за молотки играю. Да. Бум. Heavy ammo available. Дон-дон-дон. You're falling behind. Кого не вижу, просто стреляю куда-то много. Да, в этом режиме, да. Lost the lead. Блин, просто страшное дело. ГГ. ГГ? Угу. О. Огни вот от вас там разрушит. Ой, ну когда вышел за Tekken King, как молоточники эти, просто это вообще имба какая-то была прям дикая. Нифига ты с ним сделать не можешь. Heavy ammo available. Ну чё ты прерываешься? Не понял я тебе, чё сказал. Связи чё. Ай, точнее. Мы вчера играли тоже со Стасом в PvP и Ларисом и ну Василис и чуваки, короче, за одну игру четырежды ставили купол, то есть там просто два титана и они просто в любой непонятной ситуации ставили купол. Не знаю, причем они ставили его там даже близко не там, где появится точка. Просто так, как бы, типа, не знаю, они чувствовали, что там, не знаю. Да, проигрывают такие чутка, все, значит, надо ставить купол. Ой. Привет, Титан. Ой, мы что, еще выиграть можем?
Keep the pressure on. Heavy ammo available. Один килл. Один килл, да? Нет, не один. Ой, вот это плохо. Перестрелял титана, перестрелял титана. Просто хакнул. Just 10 seconds to go. Блин, как мы так? Ну ладно. Мало не считается. Ну да. Зато у них 4 единицы. А ты его нормально наубивал? Нафармил. Я стараюсь всегда. Ой, ладно, ребят, спасибо за игру, пойду я на работу. Давай, спасибо тебе за игру. Удачи, спасибо, да. Мы что, еще пару раундов доиграем? Там же 3 вроде раунда, да? Считается. Да, давай. Может, кого-нибудь найдем, может, присоединиться к нам в третий. Да на пару раундов, я думаю, мы дальше искать будем. В принципе, да. Блин, так как же... Во, получилось на каста. Что получилось? Triple Vibe Юпитер написано, наконец. Ага. Я слышал, как-то землю за первые 2 часа заполнили. То есть да. Набито. Да. Потом было. Очень быстро набрали. Ну, это хорошо ведь. Ну да, наверное. Пойду с этим стволом, тут желать все равно не учитывается, правильно я говорю, да? Да, конечно. Посмотри на это убожество, в основной слот. А нет, нормальная пушка, чё? Блин, я ее распилил. А я оставил, она у меня получается уже больше года. Я ее не распылял специально. Это как на память, сувенир. Ну... Что дает нахождение в команде, если ты про клан? Да, да, Triple Vibe Юпитер. У нас есть клановый чат, где мы, в принципе, там все... Много душевно общаемся, помогаем друг другу собрать там народ на какой-нибудь на рейд, на любые активности. То есть изначальная идея кланов была в том, чтобы собрать как можно больше гардианов в одном месте. Потому что проблема в поиске напарников, она для многих актуальна всегда. Ни хрена себе вышел я там на толпу. До свидания. Просто там меня чуть не растерзали. Я ничего не понял. Я убил. Ты меня убил. You're falling behind. Почему вот я посмотрю, многие люди ходят просто
я с ним стабила хорошая. У меня стабила довольно хорошая и прицел довольно удобный, но допустим в 3 на 3 она точно не вариант, она не дает убивать этих при ревайве гардианов. Так, не знаю. Шакс аж разорался. Ой, сгорел гранат. Look at them. Heavy ammo available. Ах ты, блин. Че, появляешься? Ого, парень, спасибо. Only 5 minutes left. Кто-то с хардлайтом ходит. Гошин обзор вчерашний посмотрел на канале. Не, хардлайт прикольная пушка, но что-то трясет ее прям вообще нереально. Самое большое но. По-моему, самое. В прошлом году такого не было. Я одной очередью с этой с доктрины убил БД и Титана с мотками. Неплохо ты. Да они скорее плохо, чем меня неплохо. Как они меня не убили, я хз. БД стоял, пытался меня волну пустить, я его расстрелял, а этот просто не попал по мне молотком, окей. Heavy ammo on the way. Синтезизм это жало. Heavy ammo available. Как? Как? Ай, не дождался хеликов, не понял. Это же не ПВПшное оружие. Ну такое, да, на любителя. Defeat. Is imminent. Что у тебя за настройки такие, что так быстро супер откатывается? Это режим такой, мейхем. В мейхеме всегда... Это особенность режима, собственно, главное. Что здесь мгновенно откатываются гранаты, ульта. Все способности, короче говоря. Ну,
Если бы такое можно было накрутить, я думаю, что, блин, это... Я бы никогда не раскручивался. Да. Ой, варлок. Я тут, я хожу тут, собираю хевики, валяются с трюк. Defeat is not surrender, Guardian. Не повезло, правда. Не смог найти схемы Crucible Card. Есть инфа, где глянуть можно. Да, в принципе, не гуглятся, но первого года точно на все карты есть схемы. Но, честно говоря, не очень понимаю, зачем они тебе. Там как бы они такие очень условные, на самом деле. Так всегда ты посмотри на это. Да ладно, все равно говно. Респект. Да нигде не починят это дело. А чё чинить? Это рандом. Зачем чинить? Есть как Зобра, спасибо за подписку. Баннер стартовал. Нет, баннер не стартовал пока. До баннера еще неизвестно сколько. Да. Кстати, на самом деле хорошая пушка, экзотическая с арены, которая падала, Queenbreaker Snow. Да, да. Я вообще думаю, что раз они сейчас этот DLC анонсировали, что там, скорее всего, с ареной будет, они эти пушки второго года сделают, экзот, было бы неплохо. Queenbreaker очень крутая снайперка. Южин снайперка. Дробовик еще неплохой, кстати. Очереди, которые стреляют. Ну, как пульса скорее. Пульса во второй слот. Да. Ну, блин, с таким дамагом мощным. Угу. Наушники сломал, да. В двух местах у него не сломаны, потому что пластик уж очень хрупкий. Год они у меня прожили и начали трещать по швам. С небольшой задержкой стрим идет, оказывается. Ну да, 15-20 секунд задержка.
Mayhem Clash. Я, ну, не догадывался, если честно. Alpha Team. Почему он не отвечает на мой вопрос? Я его задал, он его не читает. Почему он его не видит? Или почему он так долго отвечает? Отвечает не сейчас, когда мне уже ответили в комментариях. Мы кидали гранат, все сдох. Ага. Прикольно. Heavy ammo available. Five minutes left. Что произошло? Да, ну что ты какая-то дичь наверху произошла. Где-то бегает, ходит. Heavy ammo on the way. You're falling behind. Heavy ammo available. Ой, ГГ, здравствуй. Ой, меня сейчас убьют. Да. Пользуешься ли насадками на стике? Да, у меня контрфрики есть. Из них уже не представляют, как играть, но очень, очень быстро привыкаешь, очень хорошо. Нихрена себе. Ой, здрасте, до свидания.
Не берите хэви, не берите, блять. А, они наши? Блин, там их четверо, ни хрена себе. Golden Gun во главе. Окей. Окей. Lost the lead. Кому-то не повезло с трубой. You're falling behind. Ой, этот Хантер наконец-то мне отомстил. Я его убивал столько раз подряд, просто он. Я его убиваю, он тут же респаунится, снова я его убиваю. Снова и снова. По 3-4 раза кряд. Голден Ган, Голден Ган. Да. Нет, там есть еще один хантер, который со стрелой, он просто ходит и отменяет все мульты. Потому что я так сейчас звонят. On the way. Let this defeat be a lesson. Only the strong survive. Ладно, будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Стас, спасибо, что поиграл. Спасибо за игру. Спасибо тебе, что сладил. Ага. Вот. Увидимся. Да, обязательно. Так, кто не подписался, подписывайтесь. Мы частенько играем. Когда викли ресет идет, вот я регулярно народ из чата подтягиваю, вместе играем. Так что тут никаких хитростей нет. Так, сейчас я обещал показать свой волт, загаженный энграммами. Когда стрим? Стрим завтра в 9 часов по Москве. Всем обязательно быть, потому что будут наконец-то показывать новый контент. Кучу интересного всего должны показать. Не знаю, кого-то обязательно будут недовольны, обязательно будут разочарованные люди, которые, что так мало, где рейд, например, что-нибудь такое. Или наоборот, довольны. Довольны я уже сразу, заранее. Да. Мы главные фанбои просто. Да. Мне банжи, если хоть один страйк добавят, я уже доволен буду. Ну так. Ненадолго, но буду. Вот моя прелесть. Некуда складывать оружие, на самом деле, уже действительно. Все 72 слота забиты. Нет, оружия у меня довольно мало. Грамм здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 грамма на оружие. А вот на броню вот там вот пизда. Там просто 69 грамм. Я вижу, сколько там этого. На стриме параллельно смотрю. Да. Там всего. Вот, поэтому, блин. Когда выйдет обнова, я это все открою на стриме. И, короче, заставлю всех себя ненавидеть. О, сколько на броню. Ну я это почти месяц, наверное, собирал это все, так что. Ну да. Я делал, не стал бы писать. Вот. На этом я точно уже с вами прощаюсь. Всем еще раз спасибо. Открой их, пишут. Открой, плиз, открой. Нет, я сейчас их не буду открывать. Вот выйдет обновление, тогда все откроем.
Кто за то, чтобы Ваня открыл? Все, все, я скорее тогда выключаю все, чтобы вы тут не клянчили. Все, всем пока, всем спасибо. Угу.